Здравствуйте, сегодня нож от компании BenchMade, серия Han, его упаковка, сталь CPM S30V с фиксированным клинком. Ну, упаковка, как всегда, безупречна по самому изделию. Топоровидный нож в кожаной ножнах с клепкой, с логотипом компании, сквозное отверстие, выраженные насечки у основания, также к острию. Сталь CPM S30V. Порошковая, с высокой твердостью. Спуски, ну, для данного изделия низкие, прямые. Сквозное круглое отверстие. Full tang. И визитной карточкой компании выступы на рукояти в структуре самого клинка. Вот немножко даже чуть не порезался. При этом нож компактный. Стянут плашками из G10, и в задней части имеется сквозное отверстие для темляка. По роквеллу 58-60. Накладки, повторюсь, из G10. Ножны из натуральной кожи. По характеристикам. Длина клинка 11,2 сантиметра, длина ножа 16,7. По обуху 3,6, толщина рукояти 1,5, вес данного изделия 140 граммов. Выглядит обработка накладок, также имеет 3D обработку, да, то есть они не плоские, имеют определенную структуру, то есть выступы, очень удобно хвату. Данный нож, функционал его, да, он как разделочный, при этом очень компактный. Всем до свидания.